Суд приговорил. Призначили Манова Михаила Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде подписки о невыезде в надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять Шелиманова под стражу в зале суда. Ходатайствовать представу назначение защитника. Понятен приговор? Да. Порядок и срок я взяла непонятно? Да. На этом судебное заседание закрыто. Всего доброго. До свидания. Копия приговора будет вам направлена в понедельник. В следственный изолятор защитник может подходить после обеда. Всего доброго. До свидания. Все, да. Уважаемые.